Проект «Сара Окс» родился в 2008 году и сразу же завоевал тонны сердец СНГ и Европы. «Сара Окс» – звезда Рунета 2011, победитель фестиваля «No Man Art» – лучшая интеллектуальная поп-музыка. «Сара Окс» получила диплом за песню «Бомж». Также является вице-президентом «Бриллиантовая корона» 2008. Принимала участие в конкурсе «Алла ищет таланты» в ноябре 2010 года. Победительница за песню «Я помню». Участница второго тура «Голос Украины», участвовала в «Минуте славы» и была финалисткой проекта. Также участвовала в «Мисс Геометрии 2011», была финалисткой конкурса «Фабрика талантов» и стала победительницей журнала «Мужской клуб». Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Сара Окс. И сейчас мы позадаем ей несколько вопросов. А подожди, я тебя не представила, забыла. Я же привыкла к своей видео. А какая разница, кто это? Пусть сидит себе тихонечко, ради бога. А, ну ладно, ладно, хорошо. Вот так назовем, тихонечко. Вообще, это Василий Тапочка, он сегодня с нами вместе в кадре и тоже будет задавать свои вопросы. Почему Сара Окс? Почему Сара Окс? Это надо маме вопрос задавать, а еще лучше бабушке по отцу, потому что она меня решила назвать Сарой. А вообще надо вопрос задавать всему моему древу отцовскому, откуда фамилия Окс взялась. Но я знаю, откуда она взялась. Так называли быков раньше. Быков? На идишско-немецком «бык». Но узнала, что этимология слова такова. Люди, которые этой фамилией обладали, на самом деле обладали трудолюбием и упорством. Ну, как быки. Вот, и я еще по гороскопу телец. Представляете, у меня карма просто. Вопрос от Вовы Паламарчука. Из Риэлтова. Настоящий ли у тебя груди? Я не разбираюсь. Скажи, попроси, просто ты как, ты же сидишь рядышком, ты свидетель. Mm-hmm. Да, вот. Настоящий. Ты скажешь, что да. Настоящий. Все, да. С этим разобрались. А удовлетворили из Реутова Вову. Угу. Вов, надеюсь, ты удовлетворен, да, правда. Вова, мы всегда рады удовлетворять наших поклонников. Вот тебя Алексей Батунин спрашивает, что было твоим первым шагом? Узнаем. Моим первым шагом, я сейчас скажу, я прямо со слова сделала шаг навстречу к ДК Дворцу культуры, Днепроспецсталь. И вот там вот мой первый шаг в подвал, на студию, где все пели и плясали, это был мой первый шаг на региональном уровне. Я слышала, что ты не очень любишь свою родину, почему так? Родина. Ну, моя родина Киргизстан вообще. Я родилась в Киргизии, а Украина – это страна, где я… Это мой этот транзит. Транзит перед Москвой. Не то чтобы не люблю. Мне тяжело было там. Меня не воспринимали. Сильных людей не очень любят. Здесь место силы мое. Москва – место силы. Да, вот Мексика, не что-то другое, а вот Москва. И людей здесь очень люблю. Всех люблю, правда. Даже когда все плохо. Можно следующий вопрос? Нужно. Что ты думаешь… Якубович, как у вас президента? Якунович? Я скажу Якубовичу, Янукович. Что его назвали президентом. Да, что я про Якубовича могу тебе сказать, я же там снялась. Да. Короче, Якубович и Янукович, у них только фамилии похожи, на самом деле разные люди. Якубович, он такой человечный, такой классный парень. А Янукович, на него венки падают на голову, понимаешь? И это все сказано. Но это не просто так, да? Это не просто так, это вопреки. Алексей Радченков спрашивает, кого это быть знаменитым или быть похожим на знаменитость? Mm-hmm. Ты вообще считаешь себя знаменитостью? Ну, до знаменитости мне еще, скажем так, на сцене надо не одну порцию всяких разных штучек изобразить, чтобы наконец люди офигевали. Знаменитость это та, которая… Ну, вот для меня Майкл Джексон сразу же со знаменитостью. Наши звезды в России для меня не знаменитости. Я думаю, для многих со мной согласятся. Их всего там раз-два и обчелся. Чтобы стать одним из них, нужно, во-первых, это время. Даже если я супер буду успешная, популярная, и песни мои будут скачивать, и все будут меня знать, это не значит, что я знаменитость, потому что знаменитость это пятно времени. Это человек, который как Пугачева. Она какую-то взяла десяток или там десятки лет. Она сидела на троне. Мне больше хочется заниматься своим делом и хочется все-таки быть таким проводником божественной энергии, что-то такое креативить, создавать, показывать проблемы социальные вот на сцене. Вот если это грязь, то грязь, значит, надо ее показать. Вот Ампир Раскольников спрашивает, ты рифмуешь двойными рифмами? Ампир Раскольников? Да. Это что-то? Двойные рифмы? Да, двойные рифмы. У меня взрыв мозга, подождите. Двойными рифмами… Я только фильм озвучиваю.
двойными фильмами. А квадрат через квадрат нет, тоже не квадрат через квадрат мы только делаем музыку. Квадрат, квадрат, квадрат. Разбиваем на квадраты. А тексты я не пишу на квадрат, я не парюсь. У нас тексты не могут быть квадратами. У нас максимум какой-нибудь там Ян Фариза тешит, зачухается где-нибудь. Клубная музыка не подразумевает текст, она подразумевает минимальный смысл и слово хит. Это секрет. Смотри, вот есть такой исполнитель на Украине, Валентин Стрыкало. Вот. Значит, он стал известен в интернете там год-два типа назад, когда выложил видео, значит, где он сделал обращение к Тиме Пилану. Пел, да, по-моему? Да, где он пел, значит, «Мама, я гей, папа, я гей». То есть песня про сексуальное меньшинство, да? И у него на YouTube, ну, миллион просмотров. Вот. А у тебя не так много, потому что ты поешь про любовь. Может быть, стоит петь там про геев, про лесбиянок, там, про наркоманов. Как думаешь? Глеб, я расстроилась из-за того, что у меня мало просмотров. Конечно, Валентин Стрыкало звучит гордо и громко, я не спорю. Ну, а какие наши годы? Нам-то еще стрыкать и стрыкать. И я думаю, что YouTube, не только YouTube, но и YouTube, и Vimeo, и Pornhub, и все будет под нами. Достаточно. От Назара Юдина. Сара, как ты пробилась в шоу-бизнес и начала подниматься по карьерной лестнице? Что тебе помогло? Вера в себя. Потому что у меня никто никогда не верил. И не верит до сих пор. Многие не верят. И нужно отпустить все эти мифы, стереотипы, нужно расслабиться. И впустить в себя энергию сверху. Мне кажется, он имел другой виду. Спал ли ты с кем-нибудь, чтобы тебя... Я же объясняю. Я расслабилась. И мне сверху сюда... Мне не нужно спать. Спать – это такой вариант. Я скажу так. У меня вообще только один человек был за всю жизнь. Учитесь, девушки. Так. И юноши. Учитесь, как... Надо правильно охмурять, чтобы вам давали. Я хочу пожелать всем, у кого-то вибрирует. Игорь крутой звонит. Да ладно. Я знаю. Сара, возьми телефон. Это мое разве? Да. Да жесть. Дорогие таланты. Я не говорю, звезды, талант. Мы все таланты. Чуть-чуть. Дорогие таланты, вот вы сейчас посмотрели ролик очередной. Сделали, наверное, для себя какие-то выводы. А может, просто сказали, что за фигня вообще? 8 минут потраченной жизни моей. А может, что-то еще сказали, но мы это не услышим. Хочу сказать вам следующее. Каковым бы ни было ваше желание петь или танцевать, или что-то еще делать, главное для себя понять, действительно ли вы хотите заниматься именно этим, именно петь, именно там танцевать, или там быть хорошим телеведущим. Или быть наркоманом. Ну, не быть, да, быть или не быть вообще, как бы, тоже выбор такой. Главное сделать правильный выбор, а если вы его сделаете правильно, все остальное будет уже вам дастся по вашим, как это, по вашему вере дастся вам. Что-то как-то так говорят в Библии. Ну, есть такое, что-то по вашей вере вам дастся. Да, 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 да. И вот вам дастся. Главное просто верить и отпустить все свои страхи, тревоги, отдаться во власть абсолютно. И он приведет вас к успеху. Мы, на самом деле, никто не курил из нас, правда. Мы в твердом уме и трезвой памяти говорим сейчас про абсолют. Вот, пожалуйста, будьте собой и сделайте правильный выбор. Если душа действительно лежит, надо сделать так, чтобы у всех стояло на вас. И у вас, чтобы все стояло на вас. Спасибо. Пожалуйста. Давай скажем еще что-нибудь для интернета. Вообще, хорош, блядь, дрочить в интернете. Нахуй, поиграйте. Пошли нахуй. Долбоёбы, блядь. Суки, блядь. Тупые. Чё ты молчишь? Давай, блядь. Пошли нахуй отсюда. Весна, блядь. Иди погуляйте, мудаки. Пошли нахуй.